Всем привет! Сейчас делаю такой обзор квартиры, окончание работ. В общем, вот входная дверь. Ох, снимает так. Здесь поставил добор родной от всех дверей, которые межкомнатные. Набою вот эту стену, у меня был ролик поклейки обоев. Переклеил все. Обои оказались бракованные, видны были стыки. Сейчас ничего не видно. Так, дальше. Бендюжка идет. Такая бендюжечка. Здесь короб обшил. Ой, не короб, а этот вентиляционный короб. Да. Зашил его и гипсокартоном прошел. Обоями заклеил. Все эти углы завернуты. То здесь не стыкуется ничего. Вот такая бендюшка получилась. Ну, а здесь остатки материала. Смотрим, здесь то же самое. Здесь будет раздвижная дверь. Типа пенал. Так, тут кухонка. Кухонка из двух типов обоев. Одни такие. И основные зеленые. Так, ну здесь что-то типа коллектора сделано. Вывод. Стиральная машинка, посудомойка и раковина. Здесь кафель лежит на полу. Плинтус везде одинаковый. Цвет коробки практически. Так, наличники. Тут у меня добор без наличника. Ой, то есть без паза шел. Я решил выйти из положения, то есть наклеил сначала наличник, потом добор сверху на наличник. Ну, в принципе, ничего так смотрится. Нормально. Дальше. Коридор у нас. Декоративный камень. Марокко с ним, конечно, было. Ничего. Особенно вот этот угол. Заводить, еще все подрезать там. В общем, очень сложно было. Так, ну здесь проходные выключатели стоят. Так, вот у нас подсветочка включается. Лампочка. Натяжные потолки еще не сделаны. Так, дальше. Ну, зал. Ничего такого особенного. То есть здесь. У меня здесь короб сделан из гипсокартона, здесь будут натяжники к нему прикручиваться, здесь для карниза сделано, для шторок. Почему сделано? Потому что провод у меня шел и как бы мешалось это все дело. Не у меня, то здесь электрика делает. Здесь выключатель на балкон. Так, ну вот здесь то же самое наличники. В таком же исполнении сделано. Ну, неплохо смотрится. Думал, хуже будет. Ничего, нормально. Так. Дальше. Детская. Здесь будут бризеры стоять. Приточка. Мыли чистенько, аккуратненько. Ламинат сплошняком идет по всей квартире. Здесь сопряжение с плиткой. У меня инструмент остался. Вот. Сейчас вытаскивать буду. Так, ну вот. Спальня. Дверки поставил. Так это смотрится все. Замки. Вот здесь
давление воздуха не дает заход закрыть, не шевелится ничего, то есть плотно закрываются двери. Ну, в принципе, везде так. Давление. Все. Туалет. Полочка стеклянная. Тоже надо сделать. Здесь я пилил вдоль. Канал не очень хорошо снимает. Здесь в коридоре включается свет. То есть вот смотрим. Горничка иду. Все, сиди плотно. Ни лифтов, ничего нет. Так, ну вот такой коридорчик. Вот здесь проходные включаются, выключаются. Натяжные осталось сделать везде. И все, и можно будет жить. Вот так. Ванна. Полотенчик электрический. Все работает. Так, вода. Воду я включил. Еще все работает. Здесь была проблема. Лево-справа. То есть для этого сантехники то, что делали, я переделал. Здесь подсветочка. Плинтус по ванне идет. Для ног отверстия. Оно сквозное, ребята. Сквозное делаю, чтобы здесь что можно туда было. Они складываются. Розеточка. Здесь тоже розеточка. В принципе, все. В целом объект, ну, аккуратненький получился. Двери мне эти понравились, богато смотрится. Ну, здесь не будет натяжного, здесь гипсарь, обои, покраска. Ну все. Ждите новых видео. I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain. No, baby, only you I see. Feels like I'm going in. And only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control over lights in this space. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny. How badly I need you now.
don't worry.